теперь Соединенные Штаты. Там заведено очередное уголовное дело об издевательствах приемных родителей над усыновленным ребенком из России. Все подробности сейчас мы узнаем от нашего корреспондента в США Константина Семина. Константин, здравствуйте. Что вам известно и в каком состоянии мальчик? Здравствуйте, Мария. К сожалению, череда преступлений, которые совершаются здесь, в этой стране, в отношении детей, усыновленных в России, привезенных сюда из России, с наступлением Нового года не прервалась. В городке Алфред, который расположен на севере штата Нью-Йорк, полицией задержана супружеская чета Кохрен. Эти уже немолодые люди обвиняются в том, что систематически избивали своего 4-летнего сына, 4-го ребенка в семье, усыновленного из России. Как говорят полицейские, это производилось регулярно, с особенной жестокостью, и причиной было, в общем, довольно странная претензия, то, что ребенок не мог без запинки произносить молитвы на английском языке. Возможно, именно поэтому, в конце концов, мать Джейн Кохрен и привела ребенка, мальчика, в одну из местных церквей, буквально бросила настоятелю этой церкви со словами «заберите его, а то, наверное, я его убью». И, возможно, так бы и случилось, потому что помимо простых избиений в отношении ребенка применяли совершенно уже совсем садистские методы воздействия. За все время моей работы в полиции это самый страшный случай издевательств над ребенком, с которым мне пришлось столкнуться. Сейчас оба этих человека отпущены под залог в $15 000 и дожидаются момента, когда будет сформулировано обвинение. Оно пока предъявлено по одному пункту – насилие в отношении ребенка, но может быть существенно расширено, потому что сам мальчик, и это отличает нынешнюю историю от всех предыдущих, он находится в полном сознании, говорит с полицией, может давать показания, и он все очень хорошо помнит. На его теле по-прежнему видны следы давних побоев, уже заживших ран и заживших ушибов, и поэтому, очевидно, это обвинение будет расширено. Мария. Спасибо. Константин Семин был в прямом эфире из США.